Екатеринбуржцы жалуются, что вынуждены платить каждый месяц 1000 рублей за плохие условия жизни. Горожане стали чаще обращаться к врачам. Из-за жары многих подводит сердце. Двойные расходы за ненужное тепло в квартирах и лекарства возмущают горожан. Городской дозор сегодня выслушал недовольных и попытался найти выход. Из-за батарей, работающих на полную мощность, двери и окна в этом доме круглые сутки распахнуты настежь. Зачем отапливать улицу, возмущаются жильцы, изнемогающие от жары в своих квартирах. Почти месяц, жалуется Рефтина Федоровна, она страдает бессонницей. Окна женщина может открыть только днем, а по ночам приходится мучиться в духоте. Собирается на площадке компания пьяных и начинает громко говорить: «А у меня и так сна нет». Мне приходится опять окно открывать и опять мучиться до утра. Но больше жары жители возмущают коммунальные счета. Так, в феврале оплата за отопление составила 2179 рублей. В апрельской квитанции эта же услуга не подешевела ни на рубль. Несправедливое начисление. Весь апрель стоит теплый, можно было бы немного уменьшить. Вот где-то ведь уменьшают. Почему в нашем районе нет? И такая ситуация почти во всех районах. Энергетики уверяют, они здесь ни при чем. Градус теплоносителя зависит от температуры воздуха. В феврале, говорят, при минус 22 воду нагревали до 120 градусов. Сейчас температура снижена до 70. Это минимум, утвержденный санитарными нормами. Чтобы там в этой воде не развивались никакие бактерии. Значит, ниже 70 градусов температура воды не может быть. Однако юристы говорят, что суммы в квитанциях зависят не от коммунальщиков, а от общедомовых приборов учета. В большинстве домов они либо не подключены, либо не установлены вовсе. Поэтому изменения температуры воды не замечают. И начисления производятся по нормативам потребления. Если в ваших квитанциях сумма за отопление одинакова в любое время года, следует потребовать от управляющей компании установки общедомового счетчика на отопление. Это и позволит вам сократить расходы до фактического потребления тепла. Юрий Шумков, Антон Лимонов, «Городской дозор».